Так, ну до этого я снимал видео еще на даче про самодельный индикатор поля, пробовал на прототипке. Не знаю, из какого прибора я его сделал, валялся прибор. Вот, значит, что я вытащил начинку, оставил головку, оставил регулятор и, собственно говоря, подпаялся вот к этим выводам, без всяких схем, которые были внутри. То есть, чтобы увеличить его чувствительность, нужно сюда воткнуть штыречек или сюда, или вообще рамочку. Вот, посмотрим, наша антенна стоит на балконе. Вот мы сейчас на частоте 145 с чем-то дадим вызов. Вот видите, насколько отклоняется индикатор. То есть, очень чувствительная головка здесь. Давайте попробуем поставить предел 50 чего-то. Видите, меньше. То есть, в принципе, этот делитель, он работает. То есть, он реально, если здесь 0, то есть, прямая связь с прибором, то здесь у нас 100. Вот можно посчитать. Здесь уже 500. То есть, в принципе, делитель работает исправно. Вот, я его не портил. То есть, в принципе, вот, собственно, таким можно индикатором пользоваться. То есть какое-то излучение там, где вы находитесь от радиостанции, или никакого излучения нет. Опять же, если будет какой-то обрыв в антенне, у вас вдруг кабель начнет излучать, то, естественно, стрелка будет отклоняться. То есть, если у вас антенна работает исправно и находится там вдалеке от вас, то есть будет прибор на нуле. Если с антенной какие-то проблемы и начал излучать кабель, то, естественно, пойдет излучение. То есть, в принципе, можно держать просто как контрольный прибор на столе. Понятно, что он громоздкий, вот, немножечко, ну, неаккуратный, но зато работает довольно-таки с хорошей чувствительностью. Все, спасибо.